А суд над бывшим чиновником Львовского горсовета Юрием Гольцем сегодня все же состоялся, но за закрытыми дверями. Кто и зачем пытается скрыть от общества громкое судебное дело, в котором фигурирует бывший подчиненный мэра Садового, выясняла Галина Якушко. Подготовительное судебное заседание по делу Юрия Голица было назначено на 10 часов утра. Такая информация появилась на официальном сайте Галицкого райсуда. Напомню, экс-начальника департамента ЖКХ обвиняют в служебной халатности, из-за чего погибли 4 человека во время тушения пожара на Грибовицкой свалке. Кроме того, Голица поймали на взятки в 800 тысяч гривен. Но сегодня никто из журналистов и активистов подсудимого так и не увидел. Це є третій кабінет. Судебное заседание провели на час раньше, без прессы и камер. Присутствовали только судья, обвиняемый и прокурор. Мене як прокурора судом було повідомлено про те, що змінюється година. А коли вас повідомили про напередодні? Я вже зазначала. Напередодні, вчора. Так. Вибачте, але я не можу повідомити вам точний час. Почему суд провел заседание втихую, мы попытались узнать у судьи. Но Наталья Зубачик закрылась от журналистов в кабинете. Ее помощник оправдывается. Дескать, ошибочка вышла. У нас есть программа, и она не встигает подтягивать другую дату. Но местные активисты в технические неполадки не верят. Це могло бути і по меру, це могло бути по найближчому оточенню мера. Тобто і таким чином вони приховують цю інформацію від громадськості. А поки одні думають, як скрити підсудимого екс-начальника ЖКХ від телекамер, в обласної адміністрації вирішують мусорні проблеми Львова. Ми проведемо переговори із власниками полігонів твердих побутових відходів на території Львівщини і поза межами для того, щоб забезпечити утилізацію твердих побутових відходів. А далі ми позамітаємо місто і віддамо чисте місто, так само, як робили це 2 місяці тому міській владі міста Львова. Но пока школы в городе закрывать не будут. Губернатор уверен, сможет сделать то, на что оказался не способен мэр Садовый – очистить улицы Львова буквально за неделю. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал «Интер. Львов».